проснувшись, не... Друзья, всем привет, с вами Сан Саныч. Я наконец-то ее купил. Как писал Константин Кузьмин, сбылась мечта идиота, чтобы дешево и сердито купить неплохую катушечку для микроджига. Обошлась она мне дешевле 3000 рублей. Заказывал в одном из интернет-магазинов. Катушечка Forsage XV. XV значит водонепроницаемая. 15-20 конкретно для микроджига с неглубокой шпулей. 15-20. По характеристикам, как всегда, рассказывать ничего не собираюсь. То есть, если интересно, почитайте в интернете. Советую посмотреть статью Константина Кузьмина. То есть, что он там про нее пишет, в принципе... Когда-то ее читал, и поэтому он сам на нее ловит или ловил. То есть на момент написания статьи, возможно, брал на тест. Ну, в общем, приобрел себе, и теперь на моем китайском спиннинге копия фаворита или флагмана нового стоит вот этот, вот эта катушечка. Намотан шнур сейчас Акой 0,08 мм. Вот, сейчас тестируем и катушку, и шнурок. Думаю, что несколько фрагментов с рыбалки обязательно вставлю. Хочется поймать, конечно, щуку, посмотреть, как будет вести себя фрикцион. Пока на окунях, то есть, все, меня все устраивает. То есть, если подрасслабить, фрикцион отпускает. Подзатянуть, то есть, окунь даже... вытянуть не может, то есть, ну, за одним с катушкой тестирую шнурок, то есть, пока все устраивает. Намоточка была хорошая, бэкинга нет. Что еще сказать, окунь ловится. Ну, в принципе, я, наверное, вставлю кадры с рыбалки, и этим будет все сказано. Кто, кстати, пользовался уже такой катушкой, пишите в комментариях, довольны вы или нет. Какое ваше мнение, стоит ей пользоваться, какие подводные камни. То есть плавный ход, хорошая намотка, как пишет Константин Кузьмин, там долговечность, хорошая намотка для твичинга и бюджетность. То есть до 3000 вот такая вот катушечка. То есть он приводит в пример там еще какие-то катушки, которые подходят по характеристикам, но которые стоят больше денег. То есть если денег немного, а хочется бюджетную катушку, я советую для микроджига попробовать вот именно ее. Стингеровская катушка. Ну и сейчас несколько кадров буквально с рыбалки. Посмотрим, кого она у нас ловит.